Это главный эфир. Здравствуйте. Сегодня программу начинаем с праздника. Беларусь отмечает 7 ноября. С днем Октябрьской революции, изменившей ход 20 века, поздравил белорусов президент. В нашей стране у даты своя традиция. Это время народных подарков. Открываются больницы, школы, мосты. Все то, что нужно для комфортной жизни в малых и больших городах. В копилку созидания положим интеграционный декрет. Да, много было споров, слухов и фейков, но все же высший Госсовет союзного государства состоялся, как состоялись и подписи лидеров под документом. А вот где добра ждать не приходится, так это на саммитах климатических. Сразу два – в Риме и Глазго. Такие мероприятия показали всю показушность экологических подходов ЕС и США. Никакой конкретики, лишь воздушные документы. Ну, как там любят за все хорошее и против всего плохого. В общем, неделя вышла крайне интересной. Есть что обсудить. С вами Виктория Сенкевич и Максим Угленица. Мы начинаем. Смотрите в главном эфире. На здоровье! Новый кардиоцентр в Могилеве – продолжение доброй традиции дарить подарки к 7 ноября. В силу своих возможностей мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей. Клиники, сады, школы, комплексы – не ставим на паузу строительство важных социальных объектов. Я здесь живу 26 лет. Все поменялось. От парковок. Прекрасная красавица школа. Очень много изменилось. Квадратных метров не бывает много. Кто получил ключи от своих дверей, уже делится планами. Заселиться побыстрее, переехать, ну и начать обустраивать быт. Не экономим на людях даже во время пандемии и санкций. От общего рынка углеводородов до обороны и единого гуманитарного пространства. Ставим финишную подпись под союзным декретом. По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Что важно для страны в целом и для каждого белоруса. В частности, как идет большая работа на благо народа. Ставка на развитие нации в области образованности, образования. Ресурс – это люди. И какое будущее заложено в основу главного закона страны. В войне с вирусом лучшее оружие – сознательность. Как не открыть свою историю болезни? Те пациенты, которые не имеют вакцинацию, около 15% они идут на реанимацию. Почему те, кто выписался, уже в очереди на прививку? Ты начинаешь думать о том, что ты не ценил определенные такие житейские будни. Медики благодарят тех, кто прислушался. Профилактика или реабилитация? Что выбираешь ты? Услада. Для ушей любого геймера. Как звучит Dota, Mortal Kombat, Mario. Симфонический оркестр исполнит музыку из культовых видеоигр. Седьмое ноября. К этой дате можно относиться по-разному, но она была в нашей истории. Сейчас этот день символизирует преемственность поколений и трепетное отношение к историческому наследию. Все это не растеряли в жизненных перипетиях, а наоборот сделали своей фишкой. И сейчас, опираясь на такой фундамент, строим уже свой дом. За годы независимости сложилась традиция к 7 ноября делать подарки людям. Кстати, по ним можно проследить тренды развития и приоритеты. Если свести к простому, то это рабочие места и комфортная жизнь людей, социальная политика в действии. О марафоне подарков к празднику и не только спросим у нашего обозревателя Натальи Бреус. Она только что вернулась из командировки, была свидетелем важных открытий. Добрый вечер, Наташа. Добрый. Коллеги, вы когда-нибудь пробовали рассказать тинейджеру, что и почему мы празднуем 7 ноября? Попробуйте. И, конечно, те, кто хорошо учит историю в школе, они вам расскажут основные события 17-го года. Но эмоции по поводу этой даты молодежь, конечно, в отличие от старшего поколения, не испытывает. Рискну предположить, что именно после подобного разговора с молодыми людьми президент и почувствовал, что нужно наполнять эту историческую дату новым смыслом. Но это всего лишь моя версия. И правда же, День Октябрьской революции был одним из самых значимых праздников наравне с Днем Победы. Но время идет. Со временем во многих странах действительно стали проще относиться к этому дню. Праздник отменили, кто-то постарался забыть. Но ломать не строить, как говорится. Давайте к нашим новым смыслам. В Беларуси к 7 ноября по всей стране принято открывать важные объекты. В прошлом году, например, АЭС. Серьезный шаг к укреплению энергетической безопасности и независимости. Еще раньше мост в Житковичах, который решил проблемы передвижения местных жителей. Пожалуй, чаще всего подарком становились новые станции метрополитена. Третью ветку открыли в прошлом году.
Ну а чем порадовали в этом? В этот раз подарки к 7 ноября начались еще на прошлой неделе. В Добруши наконец-то открыли новое картонное производство. Это рабочие места для полутысячи человек. Перспективно, востребовано, и мы одни из первых здесь в СНГ. Будем работать, было бы здоровье, как говорится. В Беларуси на здоровье людей не экономят. В пятницу в Могилеве открыли кардиоцентр. Никогда, как бы кому-то сегодня не хотелось, не прервем историю этих подвигов трудовых наших предков. Не остановит нас ни санкции, ни пандемия, как в свое время нас не остановила ни гражданская, ни Великая Отечественная война. В силу своих возможностей мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей. Новый кардиоцентр нужен был городу и региону. Благодаря крутой начинке от современных операционных до медицинских гаджетов хирурги могут проводить сложнейшие совместные операции. Не придется отправлять пациентов в Минск. Все на месте. Болезни сердечно-сосудистой системы – бич нашего времени наравне с онкологией. Подумалось, что революция стала энергией для созидания, а не для разрушения. Редкий случай, наверное, только в Беларуси такое возможно. Именно. Все усилия на созидание и развитие. Все это пульс жизни регионов. Причем гигантизм, характерный для советской эпохи, нам не нужен. Большое сегодня складывается из малых добрых дел. Того, что ближе к людям. Расскажу на примерах. В масштабах страны открывшийся на неделе новый цех по изготовлению замороженного картофеля фри – это мизер. А для Толочинского района нужное производство, которое позволяет зарабатывать больше на втором хлебе. Большое новоселье к празднику случилось в заводском районе Минска. Ключи от просторных квартир получили 92 многодетные семьи. Скажете, локальная радость, но для них это событие и другая жизнь. Какая красота, да? А уже в другой части Минска, в районе масштабной застройки, открылся детский сад. Родители вздохнули свободнее. В канун 7 ноября после реконструкции открылся участок автодороги Минск-Микошевичи. Вместо двух полос – четыре. Оценили и наши водители, и транзитные перевозчики. В Коврине после капитального ремонта возобновили движение по главной транспортной артерии через реку Муховец. Хорошая база для старта спортивной карьеры появилась у жителей Иваново. Там открыли современный спорткомплекс. Кстати, возвращаясь в Могилев, там, помимо кардиоцентра, подарком для местных жителей стал новый ФОК. Вот здесь бассейны, и малый, и большой. Большой бассейн, ну это вообще супер бассейн. Заходите сюда иногда. Главное, это вот здоровый образ жизни. Я вам говорю из своей практики. И питание, вот врачам тоже говорил. Своя, и картошка, и морковь, и капуста. Все же мы производим. А мясо-молочная продукция лучшая в мире. Поэтому питаться вы должны только своими продуктами, это мой вам совет, и заниматься спортом. Вот противостоять этой пандемии нужно нормальным питанием и здоровым образом жизни. Вы настоящий мужчина. Сказано, сделано. Спасибо вам за все то, что вы делаете для нашей страны. Сказано, сделано – это точно про Лукашенко. У каждого своя физнагрузка. Белорусский президент, например, рубит дрова. И 7 ноября тоже. Беларусь не ставит на паузу строительство важных социальных объектов, требующих больших капитальных вложений. Ковид не остановил ни большие стройки, ни плановую помощь пациентам. Причем обновление медучреждения, оно идет нон-стоп, по всей стране требует времени, сил и средств. Президент настаивает на оптимизации. Это не значит, что все свернуть. Скорее, организовать все более рачительно, по-хозяйски, чтобы перевести фокус внимания с материальной базы на медиков и педагогов и подтягивать их доходы. 2000 – это все. Это меньше нельзя. А если удастся 2500, ну, это вообще отлично. Это у тебя 2500. А в среднем оно у врачей будет и больше, потому что еще высокотехнологичное добавится. Инновация же больше. Да. Поэтому вот уровень этих зарплат для врачей надо сохранить. Врачи пойдут у нас в бюджетной сфере как локомотив по зарплате, а к ним будем и учителей подтягивать. Не может быть страны без врача и учителя.
Это было сказано в Орше, где продолжился мониторинг региональных клиник и того, как организована помощь больным с коронавирусом в это сложное время. Благо, в регионе, отмечают медики с осторожностью, наблюдается снижение заболеваемости. Президент верен себе и не стал обходить стороной красную зону. Это было ожидаемо. А вот чего не ждали, так это то, что Александр Лукашенко в субботу заедет на Оршанский мясокомбинат. Там модернизация на финишной прямой. Обновленный завод мог бы стать подарком к 7 ноября, но будет новогодним презентом. И по этому поводу обещали выпить шампанского. Ну, в праздник можно. Наталья Бреус о подарках для людей и новых смыслах исторической даты. А это история о безграничном героизме и настоящем мужестве. Всякий раз, когда мы и наши коллеги вспоминаем тяжелые события того апрельского дня в деревне Сидоровичи Мядельского района, ну, признаемся, трудно говорить. 12-летний подросток, сам еще ребенок, выносит из огня, охватившего родительский дом, своего брата. Совсем малыша, который не смог бы выбраться сам, и тут же теряет сознание. Порезы и ожоги так велики, что врачи скажут, с таким тяжелым случаем им пришлось столкнуться впервые. И начинается отсчет непростой борьбы за жизнь. Лишь спустя 3 месяца медики признают, худшее позади. За судьбой Ромы Кагодовского следила без преувеличения вся страна. Президент держал на личном контроле. А на неделе все самое важное Александр Лукашенко сказал Роме уже лично. Слушай, вот этот орден очень редко взрослые люди получают. Всего несколько орденов в стране вручены большим таким крепким мужикам. Ты у нас самый крепкий герой, поэтому я тебе вручаю этот орден. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что это за орден. В Беларуси нет чужих детей. Это, как никто знает, коллектив Республиканского ожогового центра. Это они все эти полгода были рядом с мальчиком, порой без сна и выходных. Только вдумайтесь, 20 операций, ежечасная корректировка лечения, перманентная психологическая помощь. Каждый из них удостоен государственной награды. А президент уверен, наши медики могут все. Когда сложная была ситуация, мы консультировались, тут министр и на Запад звонил, и на Восток. Ну и все так это, когда узнали уровень этой болезни, скажем, прямо отказались помогать. И тогда ему сказали, вот если вы чего-то можете, врачи, вот сделайте. И они тоже совершили подвиг. Теперь можно смело говорить любым врачам мира, что мы умеем делать все. Всем гостям удалось попасть в рабочий кабинет президента во Дворце независимости. Туда, куда даже журналистам Пула вход закрыт. А Роме Александр Лукашенко лично провел экскурсию. Мальчик даже побывал в кресле главы государства, где прежде, как заверил президент, никто не сидел. В такие минуты понимаешь, что здоровье – это главное. И эта история – лишнее подтверждение. Настоящие герои среди нас. Нередко журналисты рассказывают истории на грани жизни и смерти. Вот когда случайный прохожий оказался единственным спасителем, не прошел мимо, не испугался, даже не подумал о собственной безопасности. Оказавшись перед таким выбором, не раздумывая, протянул руку помощи. Ну, наверное, это свойственно человеку в критической ситуации, не щадя себя, помогать другим. Многие признаются, все было так быстро, что подробности и не помнят. Спасатель предотвратил изнасилование, инспектор ГАИ помог школьнице дышать, соседи по лестничной площадке оказали первую помощь после тяжелого ранения, а милиционеры спасали девочку от утопления. Владимир Королев пообщался с героями нашего времени. О таких, говорят, не зря учился на спасателя. В Гомеле прапорщик внутренней службы Владимир Ерохин спас девушку от изнасилования. Рано утром, заступая в наряд, парень услышал крики о помощи и, не раздумывая, бросился на шум. Девушка вырывалась, он ее придерживал. Я быстрее к ним, ну, чтобы стать между ними. Все, сразу подбежал, ничего не понятно, повалил мужика этого. И начал спрашивать, что случилось. И вот девушка, помогите, спасите, начала вызывать милицию. Сразу придавил коленом, вот, сжал руки, потом подбежали парни, мы его вытянули из кустов. Ну, девушка была расстегнута, одежда была на ней, но была расстегнута. Куртка ее валялась на земле, мне было страшно. Потом мысль промелькнула, что нож сейчас достанет, порнет меня куда-то. Вот об этом я сразу не подумал. Подумал только потом. Уже днем его снимут с наряда для дачи показаний. Тогда же Владимир узнает. Задержанный им 36-летний мужчина раньше уже был судим за подобные грязные деяния. Сейчас он в ожидании суда.
Выезжая в деревню Гацук Слуцкого района, инспектор ГАИ Дмитрий Семибратов и подумать не мог, что рядовая разборка о нарушении правил парковки закончится спасением девочки. Собралось несколько человек. Видно, что они что-то там пытались кому-то оказать помощь. Я бросил все документы напарнику на колени. Даже напарник не понял, в чем дело, куда я вообще выбежал с машины. И вижу, что на земле лежит ребенок, и он лежит на животе. То есть, получается, голова в сторону. Вижу, что ребенок уже синеет и пытается так ртом, скажем так, как говорится, как рыба хапает воздух. Вот я понимаю уже интуитивно, что ребенок задыхается и что он чем-то подавился, потому что один из мужчин в это время, когда я подбегал, хлопал ей по спине. Дыши, дыши. Прием Геймлиха спас школьницу. Это упражнение экстренной медицины делается лишь в тех случаях, когда человек не может дышать. На помощь остаются считанные минуты. В интернете видел, что так в случае чего-то, потому что еще рассказывал мой родственник, когда-то в детстве он спас так своего сына, который подавился конфетой. Ребенка обхватил двумя руками, вот так вот зацеп перед солнечным сплетением. И несколько вот таких движений произвел на себя, к себе ближе к груди, прижимая ее так слегка. И в один из моментов, когда я прижимал, выпала у нее каретка для выравнивания зубов, а также кусок булки. Ребенок несколько сделал вздохов таких затяжных, и видно, что начинает он дышать. Я посмотрел на нее, увидел, что начали уже слезки катиться, розовеет личико начало. На руками скатился сумочку, решил выбросить, но у меня не получилось. Женщина начала ссовывать раз. Она начинает очень громко кричать. Я хватаю нож. Сейчас я нож из кармана. Удар был такой силы, что у перочинного ножа сломалось лезвие. Судя по этим кадрам, на преступление нападавшему понадобилось 35 секунд. Ограбление чуть не переросло в убийство. Преступник ушел, оставив жертву истекать кровью. От смерти пострадавшую спасли соседи Егор Лукашов и Александр Шивалов. Около 22:30 услышал крики в подъезде, кричала женские крики о помощи. Вот. Выбежал в подъезд, собственно, увидел пострадавшую в крови. Я выбегал без телефона, поэтому бегом за телефоном, чтобы вызывать сотрудников милиции и скорую помощь. Уже готовился ко сну и слышал: «Помогите, убивают». Я выбежал, смотрю, женщина в крови. Бежал, все, что под руки попалось, попалась майка. Я закрывал вену, покуда приехала скорая. Нож в шее был. Я говорю, лезвие ножа. Я говорю, не доставайте, я сейчас прибегу. Прибежал назад, она уже лезвие достала. Ну и все, я закрывал вену. На празднике нашего города, День защиты детей, дочка с девочками решила пойти на праздник и отдохнуть. Трагедия могла случиться и в Щучине. Там милиционеры спасли 11-летнюю Дашу. Школьница, поскользнувшись на бетонных плитах, упала в воду. Понимала, что не могу выбраться из воды и начала кричать. Мои подруги начали мне помогать, протягивая руку. Но я не могла до них дотянуться. Услышав крик и всплеск воды, милиционеры патрульно-постовой службы Алексей Мишкин и Алексей Ванюкевич бросились на помощь. За считанные секунды школьница была спасена. Пошли. Пожалуйста. Давай. Доставшие девушку из воды, мы начали успокаивать ее, чтобы она не волновалась, что все позади и все хорошо. Ситуация со стороны кажется простой. На самом деле положение было очень опасным. Плиты под водой расположены под наклоном, а от времени покрылись скользкими водорослями. Поэтому даже взрослому человеку выбраться из водоема непросто, не говоря о ребенке. Герои нашего репортажа таковыми себя не считают. Многие признаются в роковой момент и не думали о собственной безопасности, не говоря уже о признании общества, интервью журналистам и уж тем более награде. Когда кто-то находится на грани жизни и смерти, многое меркнет ради спасения человека. Прибежал ребенок мой и говорит: папа, тебя в интернете показывают, как ты девочку спас. Не считаю, что это героический какой-то поступок, но потому что, наверное, каждый человек не проигнорировал бы данную ситуацию и все-таки оказал помощь. Мы выполняли нашу работу, наш долг. Это так быстро происходило, я даже и не мог обратить внимание. И все, я спокойно душой пошел заступать наряд. В главном эфире о героях нашего времени говорили Владимир Королев и Григорий Криштафович.
Осторожный оптимизм. Так сегодня характеризует ситуацию с ковид-медики. Цифры выписки, наконец, выросли и не уступают данным госпитализации. Хотя легче нашим врачам не становится, по-прежнему много тяжелых пациентов. Поддержка здравоохранения в пандемию на самом высоком уровне. Накануне президент распорядился выделить дополнительные средства Минздраву из резервного фонда главы государства. И всем нам сегодня нужно аккумулировать силы, чтобы удержать наметившуюся тенденцию. Ведь далеко не все зависит от врачей. К нам присоединяется наша коллега Юлия Рубцова. Она следит за темой. Юля, что придумал Минздрав? Действительно, здесь важен вклад каждого. В четвертую волну все же сознательность граждан выросла. Об этом говорят и темпы вакцинации, и факт: в обществе все больше людей в масках. Минздрав же решил отблагодарить граждан за ответственное отношение к собственному здоровью, запустив проект «Спасибо, пожалуйста, дякую, коли ласка». Подготовлен пакет информационных табличек. Концепция проста – это своего рода обращение к каждому быть сознательным в период пандемии, а также благодарность тем, кто прислушался. Их можно прочесть на русском и белорусском языках. Напомнит такие красочные картинки о важности использования перчаток и маски, хоть это дело и добровольное, об использовании антисептика, соблюдении социальной дистанции и главном барьере вакцинации. Ее эффективность подтверждает и показывает сама жизнь. В красной зоне практически нет привитых. Непривитые, как правило, и переносят ковид тяжело. Спойлер, говорят, что сразу сделают прививку, когда выпишутся, хотя многие из них нуждаются и в дальнейшей реабилитации. Далее обо всем подробно. Спасибо. Буквально вчера был здоров, а сегодня на больничной койке. Картина развития COVID-19 схожа. Дельта-штамм, которому свойственно так быстро осваиваться в организме человека, в этом эпидсезоне фактически вытеснил уханьский. Действует резко, не церемонясь, не пренебрегает индийский вирус молодежью и детьми. Кто будет болеть тяжело, а кому повезет больше, прогнозы в четвертую волну не работают. Уж слишком непредсказуем новый вирус. Все зависит от возраста, от сопутствующей патологии, от степени поражения легкого на момент поступления. Эта пациентка на кислороде уже неделю. В целом клиника была стабильна. Лечилась дома, когда почувствовала, что дышать становится сложно, вызвала скорую. Одышка даже при разговоре. Плохо чувствуешь себя, голова очень болит и кружится, невозможно подниматься, все время надо лежать. Задыхаешься. Очень благодарны врачам. Конечно, низкий всем поклон. Надеемся, что все мы здесь выздоровеем. Обход каждые 3 часа, измерение уровня сатурации и температуры. Такие пациенты без присмотра медперсонала практически не остаются. Для медиков онкоцентра такой ритм – привычная работа, ведь в этих палатах обычно те, кто перенес сложные операции. В эту волну второй раз за время пандемии пришлось сменить профиль. Онкохирургическое отделение перепрофилировали в инфекционное с 15 октября. Оборот койки здесь большой, в сутки поступает до 25 человек, хотя были дни, говорят медики, когда сюда госпитализировали до 40 человек в сутки. Благо и выписки цифры тоже растут. Здесь пациенты не задерживаются, лечатся всего 10 дней, а после стабилизации своего состояния их отправляют на долечивание. А есть и другое – развитие событий и возвращение в палату. Так случилось и с этой пациенткой. Лечилась от ковид здесь, в онкоцентре. Показатели здоровья стабилизировали. На долечивание отправилась домой. И спустя пару дней узнаваемая симптоматика накрыла вновь. После перенесенной коронавирусной инфекции, и он буквально вчера поступил, осложнения выразились в боли в области сердца и лопатки, боли в коленных суставах и повышение температуры до 38,6 градуса. У каждого своя история болезни. Как правило, в стационаре тяжелая. Не пустуют и реанимационные койки. Из 270, что в онкоцентре отдали под инфекционные, 30 в отделении реанимации. Сюда переводят с сатурацией ниже 88. Выраженная дыхательная недостаточность, утраченное сознание, обострение сопутствующих патологий. Те пациенты, которые не имеют вакцинацию, они точно так же продолжают профиль, как и было там в начале появления этого заболевания. Это тяжелое течение. Около 15% они идут на реанимацию. Из них многие, к сожалению, заканчивают летальным исходом.
Врачи всего мира буквально в один голос твердят: в реанимациях практически нет людей с прививкой. Это единственный работающий барьер. Именно поэтому сегодня вакцина – препарат стратегического назначения, от которого зависит здоровье всей нации. Минимум 60% населения столько нужно привить, чтобы выработался коллективный иммунитет. Сейчас темпы, конечно, увеличились, но далеки от заветных цифр. Самой же вакцины в стране достаточно, впереди очередная закупка. Закупается, по моим данным, около миллиона доз иностранной вакцины, 500 000 доз приходит без возмездной помощи, закупается 250 тысяч российской вакцины, но еще в планах закупки стоит и за собственные средства, и дополнительные средства. То есть вакцинации мы обеспечим 60% населения безусловно. Будем производить и свою. На минувшей неделе президент подписал указ о реализации инвестпроекта. Завод построят в Витебской области. Это будет совместное предприятие Белмедпрепаратов и Белвитунифарм. Ожидается, что отечественную вакцину начнут производить в будущем году. Первые партии пойдут на доклинические и клинические исследования. Проект на контроле главы государства, как и в целом ситуация с ковид в Беларуси. Поэтому и вопросов с материальной поддержкой здравоохранения не стоит. На днях принято решение и о выделении 140 миллионов из резервного фонда главы государства. Потратят на закупку вакцины и лекарства. Эту волну мы чуть-чуть уже проходим. Вот эта фраза главы государства «осторожный оптимизм», мы ее используем. Во всех регионах мы считаем такие цифры сравнения с прошлой волной. У нас только два региона, Минская область и город Минск, выше, чем 100%. COVID-19 мало вылечить, на восстановление сил порой уходит по несколько месяцев. Он бьет по уязвимым местам, не пренебрегая и жизненно важными органами. Константин Корнеев раньше каждое утро начинал с зарядки. Когда теперь вернется к привычной жизни, непонятно. Хотя ходит сам, уже прогресс, говорит мужчина. После 20 дней на кислороде стал ценить многое. Мысли одно и желание одно, чтобы побыстрее все кончилось. Ты начинаешь думать о том, что ты не ценил определенные такие житейские будни вещи, как, допустим, возможность просто пройти, не задыхаясь. Даже просто руку поднять, дотянуться до стакана с водой, и это не вызывает у тебя одышки. На реабилитации с середины октября в центр отправился на следующий день после выписки. Каждый день массаж, ЛФК, дыхательная гимнастика. Очень сложно отступает. Каждый день есть маленькое, буквально, может, даже мизерное улучшение. Но это каждый день происходит. Как восстановить силы, обязательно сделает прививку. Не успел. Эта фраза часто звучит от тех, кто в красной зоне, так же, как и другая. Обязательно вакцинируюсь. Юлия Рубцова, Дмитрий Чумак, Анатолий Долотовский в главном эфире. Каким должен быть основной закон страны? Мне немного, отсюда и длительная работа Конституционной комиссии. Обновленный проект документа на неделю представили президенту, к слову, второй раз за 14 дней. Да, еще не все гладко, спорные моменты остались. Но финишная черта уже виднеется. Последнее слово в принятии документа будет за белорусами. Ведь его вынесут на всенародное обсуждение. Проект основного закона страны отвечает запросам людей. Такое мнение нашему телеканалу высказала член Конституционной комиссии Светлана Любецкая. Перед рабочей группой стояла задача разобраться в первую очередь с принципиальными вопросами. Один из них – это роль Всебелорусского народного собрания в жизни нашей страны. По этому вопросу удалось найти какой-то консенсус, либо все-таки дискуссии будут еще продолжаться? Основные позиции, которые касаются проработки нового института Всебелорусского народного собрания, они фактически выработаны. Нужно работать над тем, что любая норма была совершенна. И поэтому вот этим объясняется стремление к тому, чтобы в основном законе Республики Беларусь, в том проекте, который сегодня обсуждается, и введение нового института соответствовало системе органов государственной власти, чтобы этот институт был наполнен содержанием, смыслом и теми функциями, которые как создадут еще один столб, еще одну основу для нашей государственности. Это достаточно сложная задача, поскольку особого опыта в мировой практике нет. Мы знаем, что и днем, и ночью буквально круглосуточно рабочая комиссия работала над основным законом. Цель была такова, чтобы посмотреть со всех сторон на сегодняшний день то, что необходимо, или, может быть, какие-то вещи уже не актуальны. Естественно, что вот эти предложения, они обсуждались на предмет того,
является ли вот эта идея, и может быть она реализована на конституционном уровне. То есть не каждое положение может быть конституционной нормой. Да, есть предложения, они заслуживают внимания, они все аккумулированы, но они далее будут реализованы на уровне законов, другим правовым регулированием. То есть эта работа и эта информация, она никуда не исчезла, она будет использована. Знаю, что по некоторым вопросам очень горячие споры у вас проходили в комиссии. Вот что это за вопросы? Чего касались? Роль, место Всебелорусского народного собрания, вопросы, касающиеся социальных сфер. В проекте предлагается закрепить такой посыл, что государство создает условия для интеллектуального развития молодежи, не только для духовного, физического, а сегодня делается ставка на развитие нации в области образованности, образования. Ресурс – это люди. Что касается социальной политики, это приверженность традиционным ценностям. Государство принимает на себя такую функцию, как поддержка не только многодетных семей, а вообще семей с детьми. Одной из новелл, которая предлагается сегодня и будет вынесена на обсуждение, это введение института конституционной жалобы. Если раньше была возможность, скажем так, реализовывать вот такие жалобы через конституционный суд путем квалифицированного количества обращений, то сейчас предлагается дать возможность гражданам обращаться с конституционной жалобой индивидуальной. То есть это сокращение дистанции между государством и человеком в решении какого-то спорного вопроса. Еще один вопрос вызывал много дискуссий. Это Беларусь парламентская, либо Беларусь президентская. В проекте все-таки значится Беларусь президентская. Почему остановились на этом? Сегодня ведь для того, чтобы развивать парламентскую республику, условий особых нет. Нужно развивать партийное строительство и так далее. То есть это совсем иные процессы. То есть это может быть в перспективе, может но не быть, на данном этапе. Да, они не исключаются, они могут быть, но для них нужно создавать условия, при этом понимая конечную цель. Есть опыт других стран, когда кризисы, связанные с несогласием или невозможностью в парламентах решать те или иные вопросы, они приводили к тому, что или он сменялся сам по себе по несколько раз там, за год или два, либо невозможность принять решение, либо вообще правительство отправлялось в отставку. Вы можете себе представить такой период, да, там несколько месяцев органы государственной власти решают свои вопросы, связанные с формированием. И поэтому сильная президентская власть – это решение вопросов, когда необходимо четкое видение, четкое понимание результата, и самое главное, его нужно обеспечить. 4 ноября текущего года уже официально день перезагрузки союзного государства Беларуси и России. Спустя четверть века интеграции в формате Минск-Москва и после трехлетнего перерыва между высшими госсоветами его председатель Александр Лукашенко поставил финишную подпись под союзным декретом. Пауза в 3 года – это не только и не столько из-за пандемии. Это время ушло на детальную проработку, поиск ресурсов и согласование 28 отраслевых союзных программ. От общего рынка углеводородов до внешней политики, обороны и единого гуманитарного пространства. Под союзным декретом 4 подписи 2 премьер-министров и 2 президентов. Видеоформат не помешал оформить его де юре безукоризненно. Визы Романа Головченко и Михаила Мишустина, так же как и подпись Владимира Путина, уже стояли под документом. Подписываем. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит всех членов высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я. Часть союзных соглашений уже работает на белорусскую экономику и ощутима в бюджете каждого белоруса. Это атомная станция и одни из самых низких в Евразии цен на электричество, в 5 раз ниже литовских. Это цены 2019 года на газ, тогда как в Евросоюзе они в текущем году уже в 4-7 раз выше. Это доступ на рынок, в сферу госзакупок, де-факто союзная вакцина «Спутник Ви» и многое другое. Впрочем, планы у союзников гораздо более амбициозные. В ближайшие 2 года Минску и Москве предстоит поправить свыше 400 законов и постановлений, чтобы союзная логика была приоритетной. 2 стратегических документа согласовали уже в четверг. Это союзная военная доктрина и союзная концепция по миграции. Ожидаемо, с учетом напряженности на наших общих западных и южных рубежах.
А вот из неожиданных предложений на Высшем Госсовете прозвучало следующее. Союзная программа по микроэлектронике, компонентной базе и космосу. Белорусский космонавт на МКС – почти решенное дело. Новая союзная вакцина и высокие технологии в фундаментальной и прикладной науке. А чтобы рассказать о пользе общего дела и противостоять нападкам на нашу историю, современность и будущее – союзный медиахолдинг. Документы одобрены Советом министров союзного государства и требуют утверждения на уровне Высшего государственного совета, что мы сегодня и делаем. После этого правительством в течение 2 лет необходимо принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений. По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений. Результатом этой работы должны стать формирование качества новой среды, оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков, реализация единых финансовой, налоговой, кредитной, промышленной, других политик. Стоит ли говорить, что перезагрузка интеграции вызвала буквально истерику в среде беглых политиков и их, мягко говоря, спонсоров? Глубокая интеграция обнуляет попытки не только разорвать Евразию политически и продавить поодиночке, но и фиксирует более чем 10-летний провал так называемой восточной политики США и ЕС. Все, чего удалось добиться Западу, ускорить интеграцию центра и востока общего континента. И на том спасибо. Ну и немаловажный штрих ко всей интеграционной картине – это обманутые ожидания. Сразу уточню – не наш. Классическая страшилка оппозиции, мол, Беларусь входит в состав России, и страна чуть ли не перестает существовать, в очередной раз оказалась фальшивкой. Ни о какой политической интеграции речи не идет. Внимательные зрители помнят это еще по словам Владимира Путина 2-месячной давности. Вот что говорил российский лидер 9 сентября. Давайте вспомним. Нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов пока не обсуждали. Повторяю еще раз, полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что такое может быть создан. Но для этого нужно, что называется, подрасти. Мы этого не обсуждали, и такие вопросы в повестке дня не стояли. Пока страны готовились к Высшему Госсовету в спокойном рабочем режиме, кое у кого разыгралось воображение. Доходило до того, что некоторые на картах Таро гадали и выкладывали в сеть варианты прогнозов. Встретятся или нет президенты Беларуси и России? И если да, то полетит ли Лукашенко в Крым? Ведь Владимир Путин в этот день принимал участие в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю Дня Единства. И оттуда вышел онлайн на связь с Минском. У телеграм-каналов отлегло по Крыму, мол, Лукашенко хоть и виртуально, но там побывал. И тем не менее, глобально Запад не может пережить новый этап нашей интеграции. Почему так напрягает белорусско-российская повестка? И как экономическое сближение положительно отразится на бизнесе, предприятиях и самих народах? Об этом наш обозреватель Илона Красуцкая пообщалась с госсекретарем союзного государства Дмитрием Мезенцевым. На заседании ВГС лидеры дали новую почву для обсуждения. Александр Лукашенко пожаловался, что Владимир Путин не пригласил его в Крым. Но если в этот раз не получилось встретиться лично, то, может быть, в другой, в Питер. Ну, сегодня в Москве также дождливо, поэтому воспользуемся гостеприимством госсекретаря союзного государства и заодно расспросим про ВГС. Вы зачем эти гадости читаете? Это наша работа, мы должны быть в курсе всего. Вы посмотрели на Минск из космоса? Олег Новицкий нам постоянно все присылает. Часы не забудьте показать потом. Ответственные есть, они потом по шапке получат, если что-то не так. А глава государства так намекнул про Питер, но в то же время гостеприимно пригласил Владимира Владимировича к себе на родину. В Александрию, да, видите, мы слово в слово. А вы были вообще на родине белорусского президента? Я... В 19-м, 20-м и 21-м годах, уже работая здесь, преимущественно в российской столице, считал честью и правом быть вместе с супругой на этом празднике. Папа Рыцкветка. В Александрии, ну, во-первых, праздник замечательный. Во-вторых, вот это ощущение подъема, ощущение единства,
оно памятное, и оно не уходит, оно с тобой. Ну и, скажем так, уже жду нового праздника. Почему так раздражает наша интеграция? Все те, кто писал в телеграм-каналах, что не состоится, что поссорились, что вбили клин, пусть подумают, до какой степени они формируют свой профессиональный облик, вновь и вновь ошибаясь в прогнозе наших отношений. Но все-таки боятся нашей интеграции? Если мы вместе, значит, мы сильнее. Значит, конкурентоспособнее нашей экономики. Значит, наша продукция выходит на большее число международных региональных рынков. Значит, мы живем увереннее и самостоятельнее. Разве это понравится сегодня Брюсселю и Страсбургу? Нет. Хочется, чтобы была моногруппа 28 стран, которая делает все по одной команде. Но, во-первых, наверное, в современном мире это вряд ли возможно. И вот как раз наше сближение – подтверждение того, что мы не будем действовать ни по какой команде. Мы все должны жить так, как считают наши народы, как мы привыкли в рамках нашей славянской традиции, духовной традиции. Те самые 28 союзных программ утверждены. Но не знаю, что ли, успокоим окончательно людей. Ведь всегда говорили, опять Лукашенко поехал там сдавать суверенитет. Это все-таки про экономику, это про перезагрузку экономических отношений в первую очередь. Послушайте. Ну вот это же тоже как мантра слышится, схема. Кто-то куда-то поехал, кому-то что-то уступить. Или онлайн уже, сдаем суверенитет, да, онлайн. Да. Отношения национальных лидеров России и Беларуси – это отношения людей, четко понимающих свою ответственность за свои народы, за их судьбу и их будущее. И это не высокий слог, это абсолютная реалия. И они доказали, и Владимир Владимирович Путин, и Александр Григорьевич Лукашенко, то, что они служат своим странам в полном объеме, максимально защищая интересы своего отечества. Но защита интересов своего отечества – это не значит, что ты не слышишь партнера, не учитываешь его интересы, не идешь навстречу его запросу, при этом отстаивая и свою позицию. Вот на этом фундаменте построены 28 союзных программ. Они совершенно не касаются никакого политического вопроса. Ни угрозы суверенитету, независимости Беларуси, никаким другим политическим институтам в рамках системы управления Беларуси просто нет. Но тогда ведь кто-то, в том числе и те эксперты, о которых вы вот в начале передачи сказали, могут сказать, так значит, тогда ущемляется единой экономической интеграционной повесткой и суверенитет России. Значит, есть угроза российской независимости. Она исходит по итогам вот тех переговоров, которые проведены. Но, конечно, нет. Эти все союзные программы должны принести конкретную пользу людям, чтобы был вот такой, ну, если не мгновенный, но вот заметный эффект. Вот какие плюсы для простых людей? Нельзя ожидать мгновенный эффект. Это работа на ближайшие годы. Не на десятилетие, но сейчас должен быть сформирован механизм взаимодействия министерств и ведомств ради новой практики. А вот эта новая практика позволит обеспечить иную включенность реальных производств, вот где как раз и работают сотни тысяч людей в поставке продукции на безразмерный, огромный российский рынок. Сегодня, по сути дела, объединение по многим направлениям потенциала экономического потенциала, позволяет чувствовать себя Беларуси более устойчиво, более уверенно, а с учетом санкционного давления не допустить того, чтобы люди чувствовали потери в своих кошельках, в доходах своих семей. Вот сегодня у нас оптимизма и веры в экономическую интеграцию много больше, чем позавчера. А мясные и кефирные споры, даже если они будут возникать, не надо трактовать как глобальные события политической жизни. Это только желание продавца продать подороже, а покупателя купить подешевле. Энергетическая безопасность сегодня – это инвестиции в завтра. В Беларуси это понимают, и собственная АЭС в первую очередь для своих. Здесь и промышленность, и электрокары, и электродома. Одним словом, спрос у белорусов растет. Под него строятся и обновляются линии электропередачи в планах почти 3000 километров в год. Да и современные подстанции, чтобы свет и тепло без сбоев 24/7. О том, сколько киловатт уже дает нам первый блок АЭС и что там с атомной энергетикой в мире, а также какие союзные проекты.
программы уже в работе у Минэнерго. Об этом мы спросили у министра Виктора Каранкевича. Интервью проходило на одной из модернизированных подстанций «Минск-Северная». Виктор Михайлович, тема, такая, наверное, заглавная топовая на этой неделе, это, конечно, подписанная союзная программа. Вот в вашем ведении три из них. Вообще работа уже стартовала, можно сказать, для вас? По Министерству энергетики это действительно три союзные программы, в частности, по электроэнергетике. Сейчас проводится работа по подготовке проекта межгосударственного договора по формированию объединенного рынка электрической энергии. На уровне профильных организаций осуществляется взаимодействие по отработке согласованных режимов взаимодействия энергосистем, также условия взаимодействия потребителей и производителей электрической энергии. По газовой тематике нам предстоит еще с российскими коллегами формализовать принципы формирования и функционирования объединенного рынка природного газа и дальнейшая работа по сближению условий работы предприятий. По атомной тематике это дальнейшее сотрудничество в рамках эксплуатации белорусской атомной электростанции, взаимодействие в сфере обращения с радиоактивными отходами и ядерными материалами, а также по вопросам ядерной радиационной безопасности. Вопросы, наверное, энергетической безопасности сейчас выходят на первый план. В чем вообще причина кризиса в Европе и, может быть, уже будет разворот тогда в атомной энергетике? Ну, если взять последние 10 лет, то страны Евросоюза активно развивали возобновляемые источники энергии. Основной особенностью работы этих объектов – это непостоянство производства электрической энергии и зависимость от погодных условий. Из-за снижения выработки электрической энергии на ветряных электрических станциях страны Евросоюза возник дефицит электрической энергии, и это потребовало увеличения потребления природного газа для компенсации или для производства этой электрической энергии на традиционных энергоисточниках. Отдельные страны не смогли или не стали восполнять запасы хранилищ природным газом, понадеялись на спотовые рынки, на краткосрочные контракты, а это, в свою очередь, привело к ажиотажному спросу на природный газ. И возросшей цене. И цен на него. Поэтому в этом контексте особо актуальны звучит вопрос или заявление об идентификации развития атомной энергетики. А в мире становится больше вообще атомных электростанций? Всего у нас функционирует в мире 445 блоков атомных электростанций, 51 блок находится в стадии строительства. Также есть прогнозы МАГАТЭ, что доля производства электрической энергии на атомных электростанциях может увеличиться к 50-му году в два раза и достигнуть уровня 12% при теперешних 6%. Если говорить про нашу БелАЭС, первый энергоблок уже работает, вот он вышел на номинальную мощность. Вообще сколько на сегодня киловатт-часов уже? Включение первого энергоблока в сеть, напомню, это было 3 ноября 2020 года. Общий объем производства электрической энергии составил 4,6 миллиарда киловатт-часов. Это позволило заместить около 1,3 миллиардов метров кубических природного газа. Ежедневно на атомной электростанции производится 28 миллионов киловатт-часов электрической энергии. Это примерно 25% от общего объема производства электрической энергии в стране. Если говорить про второй энергоблок, на сегодняшний день, по-моему, 90% уже готовность. Вот после введения его в эксплуатацию, насколько вырастет производство электроэнергии, будет ли это такой хорошая подушка безопасности энергетической? С учетом ввода в эксплуатацию второго энергоблока или станции в целом, общий объем производства электрической энергии составит порядка 18,5 миллиардов киловатт-часов в год. Со сроком службы эксплуатации 60 лет, с возможностью продления его до 100 лет, с учетом существующей практики продления работы реакторных установок. В следующем году планируется ввести второй энергоблок в эксплуатацию. До конца этого года планируется перейти к этапу так называемого физического пуска. Это загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора на второй энергоблоке. БелАЭС будет работать в первую очередь на экономику страны. И, конечно, принимаются на уровне государства различные стимулирующие меры, чтобы люди больше потребляли именно электроэнергии. Вот если говорить по переводу жилого фонда, вообще увеличится количество желающих, которые готовы перейти на электричество?
Да, мы видим положительную динамику. Имеется рост потребления электрической энергии. И вот буквально за 9 месяцев прирост потребления электрической энергии в стране составил 1 миллиард 950 миллионов киловатт-часов. Основная доля приходится на промышленное предприятие. Это 1 миллиард 120 миллионов киловатт-часов. Это и ввод новых производств, и загрузка действующих мощностей. Порядка 630 миллионов киловатт-часов. Это потребление у нас в энергосистеме. И в первую очередь это производство тепловой энергии на электрокотлах для отопления крупных населенных пунктов нашей страны. И порядка 200 миллионов киловатт-часов – это прирост по населению. Это строительство нового многоквартирного жилищного фонда, где уже предусматривают электродома, электрической энергии для цели отопления. Это электродома. Всего за эту пятилетку, 2021-2025 год, планируется ввести в эксплуатацию порядка 2 миллионов метров квадратных такого жилья. Задача на 2021 год – это около 172 тысяч квадратных метров. Спасибо вам большое. И, конечно, удачи вам в работе. Ну а в старом свете все больше проблем с энергетикой и экологией. Европа тонет не только во внутренних противоречиях, но и отставших уже нормой наводнений. Разрушенные города, сотни погибших и более тысячи пропавших без вести. И это только начало, считают ученые. Они объясняют происходящее климатическими изменениями в результате выброса парниковых газов. И, по их мнению, природные катастрофы в ближайшем будущем станут новой нормой. Лесные пожары и наводнения, землетрясения и торнадо – все это будет сопровождать человека буквально ежедневно. Чтобы найти выход из ситуации, лидеры крупнейших стран собрались на климатическом форуме в Риме. Смогли ли они найти решение глобальной общечеловеческой проблемы? Подробнее в ситуации разбирался Андрей Сыч. Количество наводнений, лесных пожаров и землетрясений неуклонно растет по всему миру. Природные катастрофы ежегодно уносят тысячи человеческих жизней. Ученые связывают климатические изменения с выбросом CO2 в атмосферу. Нам нужны большие амбиции в области смягчения последствий, чтобы выйти на надежный путь к 1,5 градусам Цельсия. Цель, которая, как нам говорит наука, является единственным устойчивым будущим для нашего мира. И это требует конкретных действий сейчас, чтобы сократить глобальные выбросы на 45% к 2030 году. Страны G20 несут особую ответственность за соблюдение цели в 1,5 градуса, поскольку на них приходится около 80% выбросов. Для поиска решений климатического вопроса участники «Большой двадцатки» встретились на саммите в Риме. Там итальянская кавер-группа «Абба» приветствовала их дерзкой песней, подчеркивающей ответственность богатых стран за последствия изменения климата. В итоге после двухдневных дискуссий о климате лидеры G20 так и не пришли к конкретике. А генсек ООН вообще заявил, что встреча не оправдала его надежд, и он рассчитывает на более плодотворную работу во время конференции в Британии. Однако уже сам прилет высокопоставленных представителей вызвал скандал и протесты. Дело в том, что каждый из них прибывал на частном самолете. В итоге в международном аэропорту Глазго их скопилось более 400 штук. А по самым скромным подсчетом, за время перелета они выбросили в воздух 13 тысяч тонн CO2. Как сообщает издание The Sun, такое количество CO2 вырабатывает за целый год жизни 1600 шотландцев. И это все без учета кортежей, на которых они передвигались по городу. Подобное лицемерие не помешало алармистским заявлениям с высоких трибун конференции. The longer we fail to act. Чем дольше мы бездействуем, тем хуже становится и тем выше цена, когда в конечном итоге катастрофа вынудит нас действовать, потому что человечество уже давно исчерпало время для борьбы с изменением климата. На часах судного дня осталась 1 минута до полуночи, и нам нужно действовать сейчас. Считать время Борис Джонсон действительно умеет, ведь сразу после этого заявления он вылетел из Глазго в Лондон опять же на частном самолете. И эти люди методично настаивают на сокращении коммерческих рейсов для простых граждан. О том, как в западном мире ценят жизни людей и заботятся об экологии, ярко демонстрирует инцидент в Германии. В июле текущего года в стране произошло крупнейшее за последнюю 1000 лет наводнение, в результате которого сотни немцев погибли, а количество пропавших без вести исчислялось тысячами.
Ужасно было, что ты никому не мог помочь. Люди махали из окон. Справа и слева рушились дома, а там махали. Кому повезло, тот выжил. Во время официального видеообращения президента Германии по данной экологической катастрофе у него за спиной веселился преемник Ангелы Меркель на посту главы Христианского демократического союза Армин Лашет. Могут ли такие лидеры дать решительный отпор глобальному изменению климата? Ответом является результат саммита в Глазго. Попытка сверить часы и наметить новые планы после Парижских соглашений в 2015 году закончилась провалом. Вся борьба за экологию со стороны коллективного Запада несет исключительно формат лицемерных разговоров. Так, например, к открытию конференции США увеличили потребление угля на 20% относительно прошлого года, что приведет к 8% увеличению выбросов парниковых газов в стране. О климатическом вопросе рассуждал Андрей Сыч в главном эфире. Ну а дальше в главном эфире крайне любопытная история. Гражданин США просит убежище в Беларуси. Звучит невероятно, но это факт. Эван Ньюман – один из участников протестов в Вашингтоне, кого американское правительство обвиняет в захвате Капитолия, нелегально перешел белорусскую границу и просит защиты. Ну, судя по его истории, он как раз тот самый простой американец, чьи магазины жгли представители движения Black Lives Matter. Кто искал справедливости, задавал неудобные вопросы, но потерял практически все и преследуется правительством США. Наш эксклюзив. Мы готовим специальный репортаж об американце, бежавшем буквально через полмира, чтобы попросить убежище в Беларуси. Очень скоро материал будет в эфире, ну а сейчас первое знакомство с необычным гражданином США. Они добавили мою фотографию в список самых разыскиваемых ФБР преступников с просьбой о помощи общественности, чтобы идентифицировать меня. И кое-кто из моих знакомых предупредили меня об этом. У меня много друзей, работающих на правительство. Я знал, что меня сразу опознают, и поэтому первым делом уехал. Я начал скрываться, ездить по Америке от одной точки к другой. Я нанял юриста, и адвокат сказал, что я могу поехать в Европу в командировку. Вот поэтому я спланировал ее для своей компании по производству сумок. Адвокат сказал, что это хорошо, поскольку позволит выиграть время. И тогда станет ясно, что происходит с моими делами, ведь никаких судебных разбирательств не проводилось. Так что, чтобы понять, что происходит, я уехал. 15 августа на белорусско-украинской границе произошла ситуация, которой не просто раньше не было, ее трудно себе представить. Белорусские пограничники задержали нелегала. Казалось бы, нарушитель, коих раньше было немало. Однако им оказался гражданин США, который пытался попасть в Беларусь, чтобы впоследствии попросить здесь убежище. Но я не знал, что в припятских лесах так много болот. Более того, я не имел опыта передвижения по болотам. Было очень сложно, очень трудно их перейти. Я начал где-то в 12 часов дня и смог куда-то выбраться только к 1:30 ночи. Шел все это время очень быстро. Один раз упал в какие-то зыбучие пески. Выбираться из них было целым приключением. Я видел диких кабанов, натыкался на змей. Гадюки в августе прям сходят с ума, они очень агрессивные. Болота, пауки, змеи, кабаны и трясины. Все это было для меня в новинку, конечно. В Калифорнии есть гремучие змеи, но они предупреждают о нападении, у них на хвосте погремушка, а эти змеи, они другие. Уроженец Калифорнии, среднее образование, женат, двое детей, есть свой бизнес. Американец каких миллионы? Конечно, политически активны. Не такой, как Эдвард Сноуден, доступа к госсекретам у него не было. Однако что-то заставляет его бежать из страны сказочных свобод и возможностей, как мы привыкли думать. Да, меня обвиняют, я полагаю, по 6 делам. И я думаю, что все они являются уголовными преступлениями. Уголовное преступление – это очень серьезное обвинение. Оно означает, что вы причинили кому-то или чему-то вред. Я не считаю, что я совершил какое-либо преступление. Одно из обвинений было очень обидным. Утверждается, что я ударил офицера полиции. Это не имеет никаких оснований. Судьбоносным днем для Эвана Ньюмана стало 6 января 2021 года, когда в Вашингтоне он принял участие в протестах по оспариванию результатов выборов президента США. Когда я был у Капитолия, никто не входил через окна, там были сотни людей. И после того, как мужчина разбил окно и пригласил нас, сказал нам войти, никто этого не сделал. И правительство так с 90-х годов создает эти ситуации, которые они тестируют на нас, потом называя, что это террористическое
историческое событие или что-то в этом роде. Улетев из США в Италию в марте, Ньюман пересядет на поезд, доберется до Швейцарии, там возьмет автомобиль, доедет сначала до Германии, потом до Польши и к 13 марта доберется до украинского Житомира. Там будет жить на съемной квартире. Через 4 месяца проживания в Украине американец заметил за собой слежку. Я не решался попросить убежище, пока СБУ не начало преследовать меня в Украине. Это ужасно, это политическое преследование. Не расследование уголовного преступления, а именно политическое преследование. И это такой уровень, с которым я ничего не могу сделать. Скажи мне, американец, в чем сила? Что ответил Эван Ньюман? Каково его участие в протестах после выборов президента США? Что в Америке с неугодными делает правительство и корпорации? И почему Ньюман решил просить убежища в Беларуси? Смотрите специальный репортаж агентства теленовостей «Goodbye, Америка» 10 ноября сразу после «Панорамы». 6 лет со дня крупнейшего теракта в истории Франции. 13 ноября 2015 года ИГИЛ атаковал Париж. Судебный процесс в 542 тома. Кого судят сегодня и почему количество документов выше 9-этажного дома? За что радикалы расстреляли людей в Батаклане? И причем здесь геополитика Пятой Республики? Агрессия, которая с двух сторон пропитана кровью. Смотрите завтра в «Понятной политике» после «Панорамы». Уверены, будет интересно, и зрители «Беларусь-1» увидят понятную политику без проблем. Но вот насчет Ютьюба мы не знаем, ведь эта платформа удаляет весь контент, который может не понравиться по ту сторону Атлантики. Цифровой суверенитет. Сегодня это вопрос безопасности, а порой и самого существования государства и личности. Международное право регулирует средства ведения горячей войны, а вот в информационном пространстве правил просто не существует. На вооружении Запада не только фейки, но и откровенная политическая цензура. Компания Google заблокировала YouTube-каналы Следственного комитета Беларуси, ГУВД Минска, УВД Брестской и Гомельской областей, а также нескольких предприятий страны. Ранее их видео собирали миллионы просмотров. Но в один клик по решению корпорации все было удалено. Совсем недавно аналогичной участи подвергли два популярных в Германии YouTube-канала, принадлежавших российской телекомпании Russia Today. Информационный суверенитет, он не только касается какого-то государства. Информационный суверенитет, то есть независимость, она касается как физического лица, как юридического лица, так и госведомств. Фактически, то решение, которое было принято и были удалены аккаунты, это тотальное лишение суверенитета. Что значит суверенитета? Это значит способности и право определять свою информационную политику, определять свой контент, который выделяется непосредственно на этих каналах. И, естественно, когда такие гиганты или руководство таких гигантов принимает решение удалить аккаунт, это однозначно рассматривается как убийство. То есть информационное убийство и информационное уничтожение. Именно такой цифровой смерти был подвержен тогда еще действующий президент США Трамп. В одно мгновение его аккаунты во всех соцсетях были заблокированы, и он лишился возможности обращаться к своим избирателям и единомышленникам. Что это, если не вмешательство в избирательную кампанию? Технологические гиганты фактически получили монопольное право решать, кто сможет публично доносить информацию, а кому это просто непозволительно. Цифровая кнопка по своей разрушительной мощности уже не уступает ядерной, а значит, должна быть под международным контролем. Некоторые евродипломаты с некоторых пор начали жаловаться, что белорусские журналисты их булят. Обострение началось после неудобных вопросов в их адрес во время возложения цветов в Куропатах. В ответ молчали, ставили журналистам подножки и наступали на пятки. Дипломатия по-европейски.
Но задавать вопросы – это не травля, это работа журналистов. Травля – это когда пишут письма с угрозами и оскорблениями, обливают краской детские коляски, оставляют куклу Вуду у дверей квартиры, поджигают авто и прокалывают колеса. Вот что действительно травля. И именно с этим столкнулись белорусские силовики, журналисты и просто люди с прогосударственной позиции в прошлом году. Единично это продолжается и сейчас. Но это, по мнению беглых за границей и вторящих им еврочиновников, другое. Ксения Лебедева раскроет тему в ближайший вторник. Где голос Европы? Невероятный буллинг силовиков, журналистов и просто людей с прогосударственной позицией. Но Запад молчал про права человека. В день приходило около 100 сообщений, которые содержали оскорбления. Молчал тогда, молчит и сейчас. Отвечать на неудобные вопросы не его метод. Проще санкции поддержать, не вникая, а здесь и я не я, и хата не моя. Вы молчите, потому что для вас это достаточно неудобные вопросы. Вы называете это травлей, но в ваших демократиях действует куда жестче. Но это ведь другое, правда? Смотрите проект Ксении Лебедевой по вторникам после «Панорамы» на «Беларусь-1». И на выход симфонию в массы ищем красоту и искусство во всем. Даже в компьютерных играх. Уже в четверг, 11 ноября, в Минске развернутся симфонические баталии. Для эстетов среди айтишников и геймеров дадут музыку из культовых видеоигр. Диабло, Дота, Скайрим – все, что затягивает любителей виртуальных миров в мониторы – теперь скрипками и перкуссией симфонического оркестра Белтелерадиокомпании вытягивает их в реальную жизнь. Как пикалки из Тетриса превратились в партитуры? И можно ли игровому фону претендовать на звание шедевра, тягаться с Моцартом и Чайковским? Наш корреспондент Лидия Заблоцкая попыталась расслушать феномен музыкальных трендов. Эти пикалки раздавались в 90-х из каждой квартиры. Звуки Тетриса – первый электронный интерактив, с которым столкнулись постсоветские дети. И пока взрослых эти примитивные звуки изрядно раздражали, то вот игроков как раз воспитывали. Ну и учили выигрывать, не дать змейке столкнуться с препятствием. Новая эра электронной музыки пряталась вот в этих игровых картриджах. Приставки «Дэнди» нажатием легким на джойстик превращали любой телевизор в настоящий компьютер. Свежий техно-дэнс для сокрушительного фаталити переписывали на кассеты. Бои в Mortal Kombat захватили весь мир. Выключи музыку, эффект уже не тот. Когда сняли фильм по компьютерной игре Mortal Kombat еще в 90-е, конечно, музыка оттуда стала хитом. Буквально за несколько лет простые игрушки переросли в целую индустрию. Чтобы играть по-крупному, Тетриса, пикалок, пикселей стало уже недостаточно. Так масштабы проектов стали приравнивать к голливудским фильмам, а для игр даже стали писать симфонические масштабные полотна. И создают эти треки не программисты и не на коленке, а ведущие композиторы мира. Мифы о проходных пстрикалках к играм разрушили Ханс Циммер и Майкл Джакино. Последний, кстати, обладатель «Оскара». Саундтреки к играм признаны премией Грэмми, Карнеги Холлом и даже сессиями Генеральной Ассамблеи ООН. Творение Кристофера Тина в стиле африканских песнопений из игры «Цивилизация» поднимали овации во всемирно известных партерах. Компьютерным играм пишутся высокобюджетные студийные симфонические произведения. И я очень осуждаю людей, которые относятся закостенело к музыке. Мол, есть классика и все. И остальное все это не классика, остальное все это чушь собачья. Это неправда. Еще раз повторюсь, что сами классики по своей натуре были новаторами. И в свое время они совершали те самые революции. В 2002-м саундтреки раскодировали из цифры в полноценные партитуры в мировом турне. Симфонические концерты для игровых эстетов. И пока
кошельки создателей игр пухли от прибыли, игроманы получали удовольствие от живых скрипок, интерактива и родного визуала. Людей играет все больше и больше. Понимаете, мы сейчас говорим о том, что выросло уже там 3-5 поколений, которые как минимум одевают наушники, запускают игру. 5-летний, там, 6-летний мальчик, втихаря играющий в Counter-Strike, к примеру, да, от родителей скажет маме: «Мама, я хочу пойти на концерт, где будет симфоническое звучание композиции из этой игры». Мама опустит из этой игры и скажет: «Да, сынок, конечно, мы пойдем». Ничего себе! Но он-то преследует совершенно другие цели. Он хочет услышать, возможно, ту музыку, которая ассоциирует его с какими-то прикольными воспоминаниями из игры. Возможно, музыкальный тренд не пришел бы в Беларусь, если бы не разговор артистов одного академического театра в гримерке 3 года назад. У меня друзья, они геймеры. Они были рядом, там они играли в телефонах, как говорят, залипали. И я услышал музыку, симфоническая музыка. Я спросил, что это, откуда это, мне рассказали, показали. Я был очень удивлен. И я у ребят поинтересовался, много ли такой музыки. Мне сделали здоровеннейший список. И тогда я предложил, говорю: ребятам, слушайте, а вот если бы сделать концерт? Мы взяли игры, которые были популярны здесь, в Беларуси, среди нашего зрителя. Отбора культовых игр оказалось мало. На просторах интернета нот не отыскать. Пришлось списывать на слух. Для каждого инструмента свою партитуру. Филигранной работой занялся молодой дирижер Андрей Якушев. Сегодня белорус на практике в музыкальной академии имени Джованни Батиста Мартини в Болонье. Он же и дирижировал симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании на апрельской премьере «Video Game Symphony». Получили огромное удовольствие, зал был весь полон, на бис просили, то есть, ну, здорово, я прям впечатлился, потому что в Беларуси такого еще не было. Это сделано белорусами для белорусов, ни в России такого не было, ни где-то там на Украине, в Польше даже, возможно, ну, такого именно масштаба. Ребята, кто приходил, они говорили, что они вообще первый раз в жизни услышали живое звучание оркестра, и для нас вот такая сверхзадача была выполнена. Хотелось немножко и культивировать симфоническую музыку в массы. Проект покорил не только айтишников и геймеров. В поклонниках и люди 65+, которые с замиранием слушали музыку из Доты и Скайрима летом у ратуши. Теперь музыкальные стартаперы перевели в ноты еще больше игровых историй. Симфонические баталии, которые больше, чем набор гудков и писков в одной октаве, развернутся уже 11 ноября. Разыгрались в главном эфире Лидия Заблоцкая, Алексей Юнош, Илья Максимов и Андрей Градобоев. В высоком разрешении на «Таланты из народа» уже которую неделю смотрят представители всех поколений. Ведь это шоу рекомендовано к семейному просмотру. «X-Factor Беларусь» продолжает открывать новые имена. Проект «Трансформация», которая обычных людей превращает в настоящих артистов. Сразу после главного эфира смотрите финальный кастинг. Кто использует последний шанс стать суперзвездой, а чья песня так и останется недопетой? Узнаем первыми на первой кнопке. А пока немного статистики от популярной у интернет-пользователей кнопки. Сухие, но комплиментарные цифры зрительских симпатий в YouTube. С момента первого выпуска на официальном канале X-Factor Беларусь почти 5 миллионов просмотров. Время просмотра конвертируем в часы, и получается почти 2 миллиона часов. Смотрят нас не только в Беларуси. Запросы из России, Украины, Казахстана и стран Евросоюза и США. Талант-шоу предпочитают женщины. На их долю приходится свыше 65% просмотров. При этом подавляющее большинство наблюдает за проектом с мобильных устройств. Легендой про людей X. Итак, пойте. Ваша связь интимная с публикой. Вот вы выходите, и вы начинаете эмоционально любить людей, которые перед вами. Да? Мне кажется, нет такого слова, которое описывает то, что вы сейчас сделали. Тут все. Эмоции, вокал, краски. Добро пожаловать в семью X-Factor. У вас среда. Они влюбляют с первых нот, вселяют веру и дают надежду. Финальный кастинг-шоу «X-Factor» в Беларуси смотрите уже сегодня вечером, но это не конец, а только начало. В
Впереди борьба в тренировочном лагере, а затем испытание прямым эфиром. Будет горячо. На этом мы, Виктория Сенкевич и Максим Угляница, прощаемся с вами. Всего вам доброго. До встречи через неделю.